Ну, вот так вот мы заливаем. Идем по часовой стрелке. Сначала с этого угла начали, и по часовой стрелке двигаемся. Потихоньку заливаем, дублируем. Таким образом. Дно у нас уже залито, выровнено. Осталось перегородки, стенки. Вот такой густой раствор. Пластичность P2. Залили бетоном. Стенки. И когда покупаете бетон, всегда делайте запас. Потому что может произойти вот так вот. Не хватит немного. Сейчас заказали. Ждем. Еще один миксер. Ну вот так вот вручную приходится воспитывать, когда уходит бетонасос. Бетонасос ушел, не хватило 1,5 куба. И вот таким методом вручную выполняем. А вот еще одна фишка. Видно, какой у нас раствор, бетон густой. Нельзя его делать, разбавлять. Когда машина приезжает, нельзя разбавлять его водой. Это делается только на заводе. Пластичность называется. Вот. Если раствор густой, бетон, то вот так вот вибратором можно делать. И он будет потихоньку идти. Вот такой лапдак.